Всем большой привет, меня зовут Варя, и сегодня, как уже многие знают, у меня есть котята, которым 17 дней, вот. И они у меня живут в такой коробочке, которые они до сих пор спят, в общем, как родились, там живут. Вот, я хочу сегодня у них немного убраться, зато показать их, как они подросли, в общем, какие они стали, они уже выросли, открыли все глаза. Вот, подписывайтесь на канал, а мы начинаем. Вот, здесь они стоят, вон там батарея находится, тут у нас, правда, одежда, вот. Но это было им очень хорошее место, как раз вот. Тут лапина миска, все такое, вот. Здесь они родились, и тут они живут. Вот, они тут просыпаются, они масенькие, очень маленькие. Такие вот они классные. Вот. Ой, какие зевают. Ой, это зевает. Вот. Ну, сейчас вот будем. Ну, сейчас они немножечко покричат и успокоятся. Такие вот малиськи. Это девочка. Так, вот это вот мальчик, вот это вот. Это тоже девочка. Вот. Раз, два, три. Три девочки и один мальчик. Только собралась убираться, как она пришперлась и села туда. Вот ты что села, лапа? Мам, не надо их. А косяки, в общем, вылезли и все. Лапа, ну мы убираться сейчас будем. Вот, отойди. Я тогда выбросить тут одеяло. Не выбросить. На улицу выкинуть. Когда я тут, короче, учистила, убирала сейчас, эти косяки орали и пытались вылезти. Вот. Давай, присись. И как начинает мой брат трясти вот этой штукой, они затихают. Сейчас я пришла, они начали орать. В общем, вот это их не одеяло, ну их одеяло. Я решила им его не убирать. Сейчас вот повесила на лестницу, просто вот такая вот штука, которая собирает волосы. Вот так ее потру. Тут видите, вот волосы кошачьи, это от моей кошки. Вот. Вот. Как его вот так вот протру. И с другой стороны. И положу им обратно. Вот так. Протряхнула ее полностью, протрясла вот от какой-то шерсти. Вот. Но когда они подрастут, я им возьму это одеяло, если оно будет еще нормальное. И постираю, в общем. Ну, на этом все. Спасибо, что посмотрели. И увидимся в новых видео. Пока.